Ну говори, пока смеешься. Сегодня мы приготовим грибной суп. Welcome to Soviet Kitchen. Today I'm here with my grandmother. And we are at the real Soviet Kitchen. We are going to make a mushroom barley soup out of dry mushrooms. Which is, I tell you, is very useful when you don't have a fresh mushrooms. Like in the winter time and when you don't have too much stuff at all. So stay with us. Вот берем грибы. Сухие грибы. Да. Заливаем водой. Картошку очистили, наливаем в кастрюльку воды, но не очень много. Ну сколько надо там тебе? Ставим на плиту, включаем газ. Очищенную картошку режем. Можете кубик. Нарезанную картошку кладем в кастрюльку. Слабенные грибы процеживаем. Так. Грибной отвар наливаем в картофель, в сварившуюся картофель. Он посолить нужно. Чистим морковку, луковинку. Пускаем туда пассированные вместе с грибами.
Суп готов. Извольте кушать. Сметана.